Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Summoner Storm. Так, у меня, по-моему, уже созрел сундук. Давай откроем его. Так, монетки Дикарка, Эз и Паладин. Ребята, Паладин у меня прокачивается на второй уровень. Это круто, кстати. Так, активируем следующий сундук. Где у меня Паладинчик? Повышаем ему левел. Шикарно. А что это у него тут такое? Отбрасывает врагов назад. А, ну да. Ну что, как-то так, да? Пока ничего не будем здесь, наверное, прокачивать. Кстати, ребят, за кадром играл. Точнее, не играл, а вскрывал сундучки. Да? И получил вот такого чувака. Квек. Это боец. Фракция Цитадель. Здоровье маленькое. Атака маленькая. Ну, короче, ребята, этот чувак подходит против танков, насколько я могу понимать. Во время первой атаки переманивает ближайшего врага на твою сторону навсегда. Ничего себе. Навсегда? То есть он может забрать танка, да? Да вообще любого. Слушай, ну это круто. Правда, я не знаю, стоит ли его сейчас тестить. Вау, у нас тут еще вот что. Блин, у меня денег нету. Ладно, друзья мои, сегодняшняя цель наша — добраться до 80 уровня. Ну, а дальше, наверное, до 85. И кто-то писал мне, что не может попасть ко мне в клан. Давай посмотрим, может быть, он переполнен. Нет, ребята, место есть, еще 7 мест. Не знаю, какие проблемы. Заходите. Все тут нормуль. Так, ну что, а я погнал. Так, посмотрим, кого... Ой-ой-ой. А кто вот это такое, скажите мне на милость. Так, а это у нас ракетчик. Что ты делаешь? Наносит урон 3 случайным врагам на поле боя. Да ладно, ты серьезно? Еще и заморозка на 40 секунд. Но я так понимаю, это не заморозка, это просто так называется откат. То есть между ударами идет определенное количество времени. И вот 40 секунд им нужно, чтобы сделать следующий выстрел. То есть делаем выводы, нам нужно будет его сносить. Так, паладин против барда. Естественно, ракетчика вызываем. Так, ждем, ребят. Он... Вот как он сделал. Так, убрали мы, короче, этого хламона. Так, и нам нужен тоже, друзья мои, стрелок. Окей. Так, паладин идет. А вот это уже плохо. Вот это плохо, ребята, что появился этот ракетчик. Но мы его, правда, уже убрали. Уничтожили, так скажем. Так, у нас идет поджог, да? Вот на этих мелких очень, ребята, хорошо играть, кстати. Ай-яй-яй-яй-яй, ну мы подбили тоже стрелка ему. Вызываем барда. Ну, в принципе, все. Мартина мы с тобой завалили. Это круто. Так, сундук. Понятно, что деньги, опыт. Ага, грома можем прокачать. Мясник, электропушка. Вот это хорошо, ребята. Мы с тобой получили всего 14 монет. Но можно было бы их, конечно, приумножить. Это получается 70. Мне надо прокачать грома. Так, 70 монет я получил, друзья мои. А всего у меня 247. Смотрим. Ох ты, а вот это что такое? Заклинание. Так, цитадель. Продолжительность 9 секунд. Заморозка. Область дефекта. Все дружественные герои будут атаковать на 50% быстрее. Ничего себе, где же он взял такую карточку, а? На 50% быстрее. Блин, мне надо грома прокачать до 9 уровня. Я не знаю, он, наверное, хочет здесь наплодить армию, судя по всему. Причем довольно огромную, да? Ну и после этого, естественно, смотри. Вот так вот. Это чтобы ему пусто было. Так, мне нужен, ребята, стрелок. Мне нужен стрелок.
Уж не знаю, когда он там собирается эту штуку активировать. Так, я забыл, что у него тоже есть стрелок, друзья. Это плохо. Так, зачем? Зачем вот я его призвал, скажи мне на милость, а? Ну давай ты, господи, бомби. Смотри, 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 что делает. А все враги или только некоторые? Короче, надо выстреливать. Да куда ж ты стрельнул так, блин? Вот ты непутевый, а. Короче, сжарим его нафиг. Запарил он там уже стоять. А он опять вызвал, да? Ладно, сейчас мы его должны прожать, в принципе. Для этого нам нужно, чтобы подошел гром туда, по... вот, все. Гром бросил бочку свою и, соответственно, мы уничтожили этих стрелков. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Давай-давай-давай-давай, забрасываем эту бочки, все. Почему у него половина? Сколько там? А, он третьего уровня. Вот оно в чем проблема-то, ребята. Третий уровень у него паладина, поэтому понятно все. Твою налево, этот токсик достал теперь, а? Слушай, а не слишком ли часто ты применяешь свои заклинания, блин? Я так не могу часто применять, как он, блин. Не, пока огонь мы тратить не будем с тобой. Давай грома вызовем еще одного. Все, похоже, спекся, малышок. Запарил, блин. Офигеть. Ну что, друзья мои, победа. Так, монетки. Опыт, это понятно все. Квек. И двойной кинжал. Так, ну что. Переходим с тобой на 78-ю миссию. Так, у нас кто здесь? С 9 уровня, так, это 3 уровня. Гром 11 уровня и мясник. Плюс пламя у него 4 уровня. Так, надо было посмотреть. Мне, кстати, может быть, я тоже мог прокачать грома. Так, паладин против барда. Выходит. Дальше вызываем ракетчика. Так, мясник. Мясник может оглушить. Так, сделаем вот таким вот образом. Гром, давай, выходи. Так, у него есть пламя, да? Тоже, ребята, об этом не забываем. Так, ну пламя, как ты видишь, не особо-то ему помогло. Минус гром. Так, 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 так. Ну что же, вроде бы все пока получается у нас. Заклинашек у него нету. А, нет, есть у него огонь, ребят, есть. У него нет стрелков, поэтому... В принципе, ему здесь уже крышка. Ему здесь уже ничего не должно помочь. Ну что ты, что ты, что ты тут задергался? Все. Финита ля комедия, доигрался. Сейчас еще пламя у тебя. А, даже не надо было. Ну что, как-то так. Открываем сундук. Кристаллы даже дали, прикинь. Так, сэр Карпиона может прокачаться. Дикарка тоже может прокачаться. Шаман. Ну что же. Переходим с тобой на 79-ю миссию. Подожди, давай-ка я кое-что гляну. Во-первых, мне нужно прокачать грома. 300 монет, не хватает, ё-моё. 300 монет нужно, ладно. Ладно, погнали. Так, что у нас тут? Скорпион 11 уровня, плюс гром 13 уровня. Молния 12 уровня. Ребят, тут будет сложновато мне. Шаман 3 уровня, это фигня. Вот этот вот, ребята, немножко будет раздражать. Так, ну чё, против скорпиона кто у нас там? Пламя?
пламя против скорпиона — это не то, ребят. Посмотри, какой скорпион мощный. Так, у него молния есть, да, насколько я помню? Да, у него есть молния. Блин, этот гром сейчас еще тут. Так, он стрелка. Блин, у него еще и пламя, ребят, сохранилось. Ёк-макарёк. Ты посмотри, что творит. Еще и молнию влепил. Я не могу этого скорпиона уничтожить, прикинь. Ну плюс еще этот мелкий хлыщ, конечно, тут нервирует. Так, фейл. Угу. Не надо было мне, наверное, скорее всего, сразу же тратить пламя. Наверное. Ладно, давай посмотрим. Скорпион всего лишь 11 уровня. Че он такой тугой именно на разбор? Именно на разбор, друзья мои. Так, сейчас мелкого этого выпускает. Так. Давай ракетчиков вызовем. И стрелка, наверное, да? Так, минус сейчас. Ага, применяет, ребята, применяет. Так, блин, вот с громом, конечно. Ой-о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 й, расписал, да? И этого сейчас тоже подобьет. Слушай, а как варик, знаешь, что можем сделать? Как варик? Протестить нашего нового персонажа. Как его там? Лев, Грес, Рес. Давай сейчас попробуем. Он забирает одного из юнитов на нашу сторону навсегда. Так было написано. Так что давай проверим. Где он? Вот он, да? И поставим его место. Ну давай вот сюда вот. Просто, друзья мои, на пробу. А, у меня вот еще, ребята, появилась новая карта — Воин Тени. Ну, мы все видели этого лучника. Так, а у меня-то какого уровня скорпиона? У меня 7-го. Я могу его прокачать до 8-го. После смерти замедляет всех врагов вокруг. Так, ну что, протестим. Просто мне хочется посмотреть, действительно ли он забирает. Или это все Филькина грамота. При первой атаке переманивать на свою сторону. Ну-ка. Да ты запарил, чепушил, ты несчастный, блин, а? Просто запарил. Так, мне нужно что сделать-то? Давай так попробуем. Если честно, я не вижу, чтобы тут кто-то кого-то, блин, переманивал. Да посмотри, этот скорпион достанет просто. Вот достал он меня здесь. Нет, это какая-то бредятина, ребят. Как он переманивает, я не пойму. Бред собачий, если честно. Поэтому я меняю. Чушь полная. Заходим. Чё, как ты там? Во время первой атаки переманивает ближайшего врага на твою сторону. Я ничего такого не видел. Никакого переманивания вообще, ребята, не было. Может быть, нам взять с собой два заклинания? Молнию и огонь. Давай попробуем так. Блин, 79. Специально, ребята, где-то. Не, конечно, я могу сменить противника при желании, но я хочу разобраться именно с этим. Именно гром меня убивает, ребята. Именно гром. Ну, чтобы не было тебе
радости. Так, он, естественно, будет, наверное, скоро применять клави, скорее всего. Ты выпендрился, говнатый кусок. Смотри, что делает. А, не попал, да? Так, нам нужно, ребята, разобрать этого скорпиона. Скорпиона даже не подпускаем на пущенный выстрел. Ну, слушай, вроде бы как... Блин, гром у меня упал. Выходи. Так, ракетчики сейчас выйдут. Ну, понятное дело, да? Все-таки я его дожал. Всего лишь надо было взять молнию. И все, ребята. И, как ты видишь, переломали мы с тобой ход войны. Барнбласт. Так, и дикарка. Дыхание дракона. Ну, а вот у нас и 80 уровень. Так, давай посмотрим. Локи. Так, молния 11 уровня. Плюс гром 5 уровня у него. Ракетометчик. Слушай, я не знаю, тут, наверное... Блин, что сделать-то? Как лучше сделать? У него очень много вояк. Именно воинов. Так, молнию, наверное, мы уберем все-таки с тобой и поставим... Блин, кого же здесь лучше поставить против Локи, а? Потому что Локи, ну, ты сам понимаешь, такой довольно надоедливый боец. Я до сих пор не знаю, что делает вот этот кристалл. И, кстати, у врагов тоже я его не видел. Блин, может быть, взять этого обратно, Шитика мелкого нашего, а? Или вот этого взять. В общем, пока оставим, наверное, вот так, как есть. Из бойцов у него только один. Я имею в виду именно боец. Это Локи. Остальные все танки. Получается, как бы. Мясник танк, этот танк. Так что нам нужно с тобой брать Локи. Я, правда, опять не посмотрел. У него есть заклинашка? По-моему, есть, да? Молния. У него есть молния. Так, минус. Давай проверим. Блин, он вызвал грома, ребят. Так, мы тогда тоже с тобой позовем грома. Правда, у него гром-то намного мощнее, чем мой. Он молнию потратил, да? То есть нам есть резон... Вот, вот оглушение. Есть резон вызывать стрелка. Минус Локи. Ну? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не очень хорошая перспективка. Да куда ж ты, блин? Нет, ребят. Продинамил вспышку, все, ребят. Вот только лишь из-за этого грома. Он мне тут все испортил. Легко орет там. Сейчас тебе Чепушило покажу, как это легко. Переигрывай. Вот я что-то сомневаюсь, что вот этот мне здесь не нужен, наверное. Лучше взять, наверное, двух танков. Ладно. Так, он сразу выпускает грома, да? Нет, он мясника выпускает. Мясник нас еще и оглушил в тот раз. Молнию он свою паршивую еще запустил. Вот что я хочу сказать. Ну смотри, что творит, а? Мучной парашник. Да блин, ну и они еще и в оглушении. Ладно, нам нужно, ребят, до того, как до нас дойдет этот стрелок. Так, минус Локи. Вот, это бесит меня. Вот это бесит, когда он начинает бомбить, ребята, своей вот этой вот бочкой. Ну, ты видишь, да, результатик.
Не очень такой хороший результат. Не очень успокаивающий. Нет, 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 нет. Да откидывай ты их. Ну как же ты меня раздражает, а? Оттолкните их, пожалуйста, подальше. У меня еще, главное, не откатилось, блин. Пламя, он уже мол... У молнии что, откат? Быстрее, или что? Есть, хотя бы оттолкнули их. Офигли мне вот это вот оттолкнули. Первая кровь орет там. Нет, 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 не идет, ребят. Не идет. И все здесь. Ладно, пускай заминает. Надо что-то другое придумать. Возможно, надо брать очень много дальников. Возможно. Если танки, ну как бы тебе сказать, еще. Да, все-таки надо брать больше дальников. Так, значит, дальники, шаманы, это все понятно. Вот этого, наверное, я возьму. Может быть, попробуйте лучника вот этого. Лучника вместо кого? Мне даже поставить его. Заменить не на кого. Танк в любом случае мне нужен. Танк, стрелок. Может быть, вместо грома. Мне кажется, это большая будет ошибка. Сколько у него, ребята, атака? 466. А у грома, у нашего, 345. Но у него массовые. Ладно, давай попробуем разочек. Битва, блин, за сундук. Нет, если что, ребята, я, конечно, смогу сменить в любую секунду вот эту компашку. Но нам могут дать и посерьезнее кого-нибудь. Так, давай попробуем. Лучник. Посмотрим, сколько он наносит хотя бы урона. Да ты, блин, оборзевшая морда. Блин, пламя вообще здесь неэффективно, ребят. Ну что, а, нет, он, ребят, бомбит ряд. Нет, опять не то сделал. Он своей молнией уничтожает всех моих юнитов. Вызывает специально двух танков. Короче, сейчас тоже сделаем два танка с тобой. Этот лучник вообще, ребят, ни о чем. Но грома, мне кажется, нужно взять обратно к себе в команду. Так, грома я... Ну ты будешь забираться-то или нет, а? Ё-моё! Возьмем грома. И возьмем паладина. Вот так вот. Слушай, хотя на самом деле здесь можно и пламя заменить, потому что ну, оно здесь вообще неэффективно против них. А если менять, то на кого? На скорпиона? Пламя неэффективно, да? Хотя почему неэффективно? Там же у него есть аркетчик, поэтому против аркетчика. Если, ребят, честно, я не смогу пройти, ну, придется тогда уже менять за 25 монет нам другого какого-нибудь чувачка. Сейчас мы его проверим на прочность, если я, например, вызову, смотри, стрелка. Будет он пламя тратить или нет? Просто интересно мне узнать. Смотри, чмошник, что творит, а? Иди отсюда, достал уже. Так, он вызвал грома. Давай тоже вызовем грома с тобой. Блин, то, что этот еще хмырь отталкивает, вот в чем беда. Давай, паладин. Ну? Трындец. Сейчас этот бочку свою запомнет.
Ракетчик мой, естественно, там погибает, бедолага. Нифига не получается. Ну что, ребят, меняем тогда. Хотя, если честно, если попариться здесь, я бы его все-таки ушатал бы. Я практически уже нашел, как можно будет его вальнуть. Вся проблема в этих двух танках. И все. Два танка вот этих самых первых сносим. Дальше все пойдет как по маслу. Десятого уровня вот этот охламон здесь, ребят, будет. Четвертого уровня, вы, блин, серьезно? Давай, давай вот так вот. Слушай, а чем отличается вот это от того? А, ну тут нет ракетчика. Единственное, что нас спасает, это нет ракетчика и молния 12 уровня вместо 14. Ну давай, давай проверим. Ну, ребят, естественно, за золотой сундук тебе легкую армию не дадут. Надо понимать. Так, у него молния есть, об этом тоже не стоит забывать. Блин, он опять начинает громом звать, а? А если я, например... Не надо пока ничего, никаких примеров делать. Опа! Он молнию потратил, а это, ребята, выгодно. Теперь мне надо вызвать стрелка. Грома даже не пробили. Грома даже не пробили. Трындец. Трындец, блин. Да. Эта битва за 70 уровень меня просто, ребята, убивает. Просто убивает. Уже и не в первый раз. Со своей вот этой вот молнией противной. Честно говоря, я не думал, что молния настолько сильна. У меня второго уровня, а у него 12. Сколько дамага? Ну, я хотел посмотреть дамага, сколько наносит. И молнию он свою вот эту применяет. Так, дай-ка я, наверное, сделаю вот так все-таки. Пускай тратит молнию. Потратил, да? Мы тоже потратим с тобой на грома. Теперь вызовем ракетчика, блин. Я забыл, что у него стрелок есть. Ай, друзья, опять все, как говорится, не пошло не по теме. Ну вот зачем я потратил пламя, а? Вот не понимаю я этого. Потратил пламя. Причем зазря, естественно, стрелок меня расстреливает. У меня нет ничего. Короче, надо брать опять молнию. Тут уже бесполезно воевать. Можно даже, наверное, сдаться, нет? Нет, нельзя сдаться. Как раз против грома мы выпускаем, например, с тобой пламя, а против вот этого стрелка выпускаем молнию. Наверное, так. Где у нас? У нас еще молния-то с тобой всего лишь какого там? Шестого уровня. Ладно, пускай здесь стоит. Поехали. Все равно ведь размажу. Правда, у него гром 15 уровня, я только сейчас заметил. 15 уровня. Совсем, ребятушки, прихренели. Что, будешь свое пламя тратить, нет? Ага. Вот он, друзья мои, потратил. Так, сносим это с лица земли отсюда. Так, не забывай, что у него стрелок есть. Был. Так, ну давай, ракетчик. Давай я очередь выпендриваться. Ну ты, блин, сейчас серьезно, что ли? Фу, нафиг. Идут они вдвоем, идут. Так, он вызывает шамана. Стрелок, давай. Куда ты там бомбишь? А, ну ладно, нормально, нормально. Так, теперь нам нужен полюбаську танк с тобой. Блин! Ракетчик, выходи. Мне нужно пламя срочно, ребята, пламя, потому что он вызвал стрелка.
Давай, Громбух. Блин, а он защиту поставил. Замечательно мы его наказали здесь. Так, Гром, ты не слишком там беги, не слишком сильно. Давай ракетчики тебе позовем. Вот плохо, что они стоят вместе. Сейчас этот начнет бочку свою бросать, ну и сам знаешь, какой из этого будет результат. Грома не пробить нифига. Твою налево. Ага, мы обменялись. Так, Грома запинываем. Че у него шаман-то такой мощный? Ну брось-то бочку в этого. Вот. Смотри, что. Ага. Потратил молнию, да? Потратил, друзья мои. Это круто. Шаманов тут не любят. Им тут не место. Так, я хочу сейчас сделать. Поставить стрелка нам. Кого-то сейчас будет вызывать, не знаю кого. Щекотно, говорит, щекотно ему там, понимаешь ли. Я говорю, если долго мучиться, что-нибудь да получится. Это завалил хламоны. Просто завалил. Ну как просто, не просто, ребят. Пришлось помучиться. Так, столько монет у нас с тобой. Плюс опыт. Весник. Опять же этот крек. Охотница и Грута. Ничего хорошего мне не дали здесь. Ну что, заберем этот теперь сундук или что? Вот он. Так, деньги. Барнбласт. Так, выжигатель. Грута. Локи. И дыхание огня, которое я могу прокачать до 3 уровня. Так, скоро разблокируется. Так, друзья мои. Вот такие вот у нас будут новые карты. Ну что, попытаемся с тобой пройти до 85 уровня или как? Кстати, мне надо прокачать, блин, не хватает денег. Ладно, давай зайдем на 81-ю миссию и посмотрим. Это кто такой? Это подрывник, друзья мои. Это подрывник. Нифига, он тут 10 уровня, 15, 13. Идите вы. А вот это кто такой? Ведьма Вуду. Превращает двух героев противника в радиусе в зомби. Зашибись. Зашибись. У него паладин 4 уровня, прикинь. Ладно, давай попробуем. Но я почему-то сомневаюсь, что мы здесь сможем одолеть. Еще вот эту вот Вуду, откуда эпическая карта, какого уровня, я даже не успел посмотреть. Начнем со стрелка. Так, плюс. Смотри, смотри, смотри. Мне нужен, друзья мои, танк. Так, а вот и Вуду пошла. Трындец. Что происходит? Блин, я даже танка не могу завалить, ты прикинь? Танка вот этого вот первого самого, который вышел, он до сих пор еще живет. И он заколебал вот этими своими мелкими пускать. Ну все, тут меня расплющили, друзья. Просто вот эта вот мелочь всякая, она меня и подбила. Так, переиграть. Давай-ка обменяем, может быть. Тут 3 уровня теперь. Так, стрелок, шаман. У него есть пламя. Поехали. Опять вот эти хламоны мелкие. Они, ребята, разбираются не на ура. Очень быстро. Ты посмотри, какой он мощный, блин. Просто полюбуйся. Видишь, что делает? Пламенем просто вжурил и все. Поэтому нам нужен бомбер тут.
Помощник, ты заколебал уже, ну вот серьезно, а? А этого мы сможем подбить? Ну, смогли, только что мне это даст? Бросай бочку! А, он еще и отравляет. И смотри, началось, короче. Выпускает одного за другим. Вот этого мелкого хмыря. По-моему, фейл опять, друзья. Надо, мне кажется, знать, что делать здесь. Не выпускать сразу всю магию, все заклинания. Немножко потерпеть, чтобы он побольше, может быть, так сказать... Чего получить больше? Да зачем ты получить больше? Не надо мне вот этого, вот, блин. Получить больше. Погнали. Третий уровень. Блин, да. То, что он еще пламя свое применяет, это, конечно, бесит. Так, пока стоим, ребят, ничего не тратим. Копим энергию. Не то, наверное, брать. Да как ты быстро, блин, моих танков петрушишь? Не попал еще к тому же. Да ё-моё, ну все, ребят. Да достанут эти мелкие, а? Нет, не могу, ребят. Не могу я, блин, против этих уродов мелких, блин, драться. Смотри, слишком много их. Сейчас, знаешь, что хочу попробовать? Может быть, нам взять с тобой чувак, который с бомбой выбегает и взрывается. Может быть, он нам поможет? Ну-ка, давай-ка. Блин, еще денег нету. Где этот у нас? Барнбласт или как его называть-то? Вот его, например, возьмем. Вот сюда поставим. Так, шаман как-то меня не особо сейчас интересует, если честно. Лучника, может быть, еще взять. Вместо... Лучник, ты будешь? Вот вместо этих мелких, чтобы, ребята, их просто быстро подбивать. Попробуем. Слишком жирный танк. Третьего уровня, ребята, у меня... Я не знаю, как с ним вообще тут можно воевать. Попробуем Барнбласта. Проверим, как он работает, ребят. Как он... Он никак не работает. Давай в этого мелкого. Нормуль. Естественно, вызывает шамана. Барнбласт. Он и сев, он сразу тут. И пламя, и что только не вырубает, посмотри. Все активирует. И своими мелкими сейчас достанет меня. В плане, как ты... Не, ребята, это что за шаман такой, блин? Читер, что ли, какой-то? Не пойму. Ну как так может быть? Ну-ка, Барнбласт, давай, выходи. Он даже не добежать не может. Он даже добежать не может. В принципе, тактика вполне была, ребят, рабочая. Какого у него шаман уровня? Четвертого, всего лишь четвертого уровня. И что тут не получилось, я не пойму. Барнбласт, ребята, это полный бред. Барнбласт, мы его сразу, наверное, все-таки уберем с тобой. Ничего он не делает толкового. А вообще ничего толкового не делает, поэтому я вот думаю, может быть, нам и либо Скорпиона взять, либо... Ай, либо Ассасинку, не хочу. Вот, можно взять луки. Кстати, да, а что я луки про него забыл? Он же против танков вообще топчик. Но третьего уровня, правда. Это у меня второго.
Ребят, последняя попытка. Ну, не пройдем, то уже попробуем в следующей серии тогда наверстать все это дело. Третьего уровня. Против у него всего один танк. Ну, прокачанный танк. Тут уж ничего не скажешь, ребят. Сейчас попробуем его подамажить. Ну, как сказать, в принципе, ребят, Локи держится. Сейчас будет пламя, да? Пламя будет или нет сегодня? Конечно, будет. Да, он без пламени-то. Побежал Локи. Бомбить-то ты будешь? Будет. Ну, допустим. Вызываем Локи. Как ты заколебался своими стрелками, а? Давай проверим. Куда ты, блин, бомбишь-то? Будешь сегодня стрелка бомбить? Куда он сейчас ударил, блин? Этот-то пока зарядит, он пока делает выстрел, вачил, блин, несчастный. Нет, не могу, ребят, все, умывай руки. Это мне сразу стало напоминать What the Game. Один в один. Выбираешь команду, против тебя еще мощнее команду и так далее. В общем, надо прокачивать. Без прокачки здесь мне пока делать нечего. Надо будет потом получить все вот эти награды. Но это все я сделаю за кадром. Ну а на этом, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.